И снова всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас прекрасный день за окном. Сегодня у нас четверг, 26 марта 2020 года. И второй день всего лишь навсего продолжается у нас закрытый строгий карантин в Англии. Выходить из дома нельзя. Поэтому не знаю, как вы, а я остаюсь дома, и сегодня я вспомнила очень хороший рецепт, которому меня научили здесь англичанки, и который очень нравился моему мужу, когда я ему его готовила. Называется хэш браун. Это что-то такое похожее на наши драники, наверное. Ну вот, понимаете, на вкус и цвет товарищей нет, как я всегда подчеркиваю, но вот я бы хотела вас тоже научить этому интересному весьма рецепту. Попробуйте, оцените, что вам больше понравится. Итак, давайте смотреть. Хэш браун или драники по-английски. Что нам для этого понадобится? Мы берем две больших картофелины, примерно полкилограмма, 50 грамм муки, 100 грамм сыра, 50 грамм сливочного масла, ну и соль и перец по вкусу и немного подсолнечного масла. Картошку мы чистим, натираем картошку на крупной терке, заливаем ледяной водой и оставляем где-то на 5-10 минут. Это нужно для того, чтобы лишний крахмал из картошки удалить. Через 5 минут сливаем воду, тщательно отжимаем картошку и подсушиваем ее бумажными салфетками как можно тщательнее. У кого есть марля, можно использовать марлю, процедить через марлю и отжать. Дальше мы растворяем на сковородке наше сливочное масло. И на среднем огне мы обжариваем картошку, непрерывно помешивая, и доводим его до полуготовности. Не полностью жарим, до полуготовности. Не забываем картофель помешивать, тщательно перемешивать. Выкладываем картофель снова в миску и даем остыть, чтобы был теплый. Перчим и солим по вкусу. Лучше все-таки немного не досолить, потому что дальше мы выкладываем сыр тертый. Сыр мы также натерли на терке, друзья, на крупной. И теперь мы его смешиваем с картошкой. Тщательно все перемешиваем. Картошку нашу с сыром. Сейчас мы добавляем муку. И также все тщательно перемешиваем. И мы формируем вот этот хэш-браун, такие вот котлетки. Я это делаю очень легко, вот руками в перчатках. К сожалению, не могу показать две руки, потому что у меня камера в руке. Но я думаю, что вы поняли суть. И почему именно я надеваю перчатки, потому что ничего не прилипает, естественно, здесь масла много. И вы не испачкаете руки, и это очень легко, и к тому же, конечно же, гигиенично, как вы понимаете. Сформировала я вот такие вот котлетки. Хэш браун, еще раз напоминаю вам название. И лучше, конечно, чтобы они были не очень крупные. Ну, как вы понимаете, чтобы они также прожарились внутри. Вот такие красивенькие хэш брауны у нас получились. Из того, что я вам показала продукты, у меня
Обычно получается 9-10 вот таких котлеток. Ну, если вы будете делать их поменьше, то они будут у вас где-то 12-15. Это не имеет значения, смотря какие вам больше нравятся по величине. И теперь я их обжариваю уже теперь на растительном масле. Масла я не жалею. Масла я кладу много. Тогда они получаются более румяные и красивые. Сковородка наша нагрелась, масло. И я обжариваю на среднем огне опять вот эти свои котлетки. И мы обжариваем на среднем огне. Обжариваем хэш-браун с двух сторон. Но здесь я хочу вам сделать небольшую подсказочку. Они бывают разваливаются, если вы их плохо сформировали. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, когда вы формируете, формируйте эти котлетки поплотнее, как можно поплотнее. Я яйцо никогда не добавляю, потому что мне кажется, что будет жестковато. Но не знаю, они, в общем-то, формируются нормально и жарятся нормально даже без яйца. И потом еще, конечно же, на раскаленное масло. Масло как можно больше, как я сказала, вы наливаете. И потом я использую масло кукурузное. Вы знаете, на кукурузном масле жарится вкуснее и корочка румянее. И они очень хорошо переворачиваются, не слипаются, не разваливаются. Вот такие советы от меня. Вот такой аппетитный хэш-браун у нас получился, друзья. Его можно кушать как со сливками. Очень вкусно получается. Вкуснятина вот такая. Либо вы можете кушать их также со сметаной. Со сметаной они тоже очень вкусные. Но это, в принципе, на любителя, кому что нравится. Итак, друзья, пробуйте, наслаждайтесь. Хэш-браун по-английски. Всем приятного аппетита! Очень вкусно!